Северная Корея – страна-загадка. Страна, живущая по своему календарю, по своим сугубо внутренним правилам. Даже время отличается от нашего не по привычным часовым поясам, а с разницей в 90 минут. Если во Владивостоке полдень, то в КНДР – половина 11-го. И год у них сейчас не 2018-й, а 107-й эпохи Чучхе. Иначе называются и морские воды, что омывают корейский полуостров. Географического названия «Японское море» на картах на корейском языке не существует. Море, на берегу которого я сейчас стою, называется совсем не так, как принято в официальных лоциях и морских атласах на русском языке. Но это то же самое море, на берегу которого стоит Владивосток и бухты которого мы называем заливом Петра Великого. Здравствуйте, это программа «Морская», и мы снимаем ее в Северной Корее, в Корейской Народно-Демократической Республике. Вместо одного японского моря с его Цусимским проливом на корейских лоциях морей три. Корейское Восточное море – это воды, которые омывают Приморский край и север Корейского полуострова. Корейское Западное море омывает центр и Южную Корею. С юга же есть небольшое Корейское Южное море. Такая вот география. В которой, конечно же, есть политический подтекст и история, и войны корейского народа. Не может быть Японского моря рядом с родиной, которой десятилетиями в 20 веке помыкали японские поработители. Так нам поясняли товарищи из Международного отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи. И похоже, что в этом географическом вопросе южные и северные корейцы солидарны. Собственно, на южнокорейских лоциях, тех, которые на корейском, а не на английском, Японского моря тоже нет. Есть Восточное море. Но оно одно, а не три, как у северных корейцев. Природа Северной Кореи, хотя и лететь от Владивостока до Пхеньяна всего-то час, из-за горного хребта разительно отличается от нашей. Вроде бы и много схожего, но сразу видно – это другая природа. Чего не скажешь о море. Вот оно, как ты его ни называй, действительно одно, и оно по-своему объединяет наши такие разные берега. Вообще, Северная Корея не производит впечатления милитаризованной и голодной страны. Но что бросается в глаза, это отношение к детям. Поблизости с Вонсаном, как и рядом с Владивостоком Шамара, есть роскошная пляжно-парковая зона Сондовон. Там как раз и строятся отели для туристов, но самые красивые и уютные пляжи отданы так называемому Сондовонскому международному детсоюзовскому лагерю. Когда мы приехали туда, учебный год еще только заканчивался, и детей на каникулы еще не привезли. Но лагерь к приему детей уже фактически готов. Вожатая Ким Су Чон показывает нам спальни, кухни, столовые, и видно, что она безумно гордится вполне достойным международным уровнем этого центра детского отдыха. Кстати, дети из Владивостока тоже уже бывали здесь в прошлые сезоны. Международный пионерский лагерь Северной Кореи, конечно, отличается от нашего океана, он гораздо скромнее. Но здесь есть вот любопытная достопримечательность. Целый океанариум построили для детей. И что самое главное, дети могут начинать познание моря с прикосновения. Это все можно трогать руками. Вот гребешковая потиря, морская звезда, а вот черный морской еж. Все так, как у нас в море. Океанариум, конечно, сложно сравнивать с приморским, но у этой коллекции морских обитателей и задачи совсем другие. Если приморский океанариум – это и научное, и просветительское, и развлекательное учреждение для посетителей самых разных возрастов и интересов, то Сондовонский аквариум, так, наверное, его правильнее будет называть, построен именно на территории детского центра отдыха, и он предназначен исключительно для детворы. А рядом сооружен замечательный аквапарк, который, когда приезжают дети, заполняется, конечно же, морской водой. И по всем этим горкам и спускам насосы гонят полезные и оздоровительные струи Корейского Восточного моря. В
последние годы под руководством товарища Ким Чен Ына партия и государство много делают для улучшения уровня жизни нашего народа. Морской отдых становится все более популярным. Мы строим новые гостиницы для наших и иностранных туристов, которые хотят отдохнуть на прекрасных пляжах Восточного моря. Позже подтверждение этой мысли слышим от чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в КНДР. Знакомимся с ним в деревушке Мангёнде, где родился дед нынешнего северокорейского руководителя и великий вождь товарищ Ким Ир Сен. Александр Иванович Мацегора уже 25 лет в разных дипломатических рангах служит в Северной Корее, хорошо знает и по-своему любит эту страну и уверен, как туристическая Мекка, КНДР только-только открывается миру. Да и вообще, закрытость Северной Кореи весьма и весьма условный международный статус. Санкции тоже имеют свои ограничения. Туризм с КНДР никто не запрещал. И я должен сказать, что Корея – это страна, которая и для россиян, и для приморчан в том числе, с точки зрения туристического интереса, она актуальна. Корейцы очень хотят развивать связи с Россией в области туризма. Здесь есть что посмотреть, здесь есть очень неплохие туристические объекты и современный горнолыжный курорт, кстати говоря. Вот, великолепный горнолыжный курорт, и они очень рассчитывают, что приморчане будут им пользоваться. К сожалению, здесь, конечно, коротковат купальный сезон. Здесь, конечно, теплее, чем в Приморье, но не намного, но не намного. Вот. Но море здесь чистое, чистейшее, пляжи великолепные. И вот эти там 2,5-3 месяца, они тоже могут и жителями Владивостока, и других городов, и не только городов Приморья, могут быть использоваться. Корейцы говорят приморчанам милости просим. И вообще всем россиянам, приезжайте. Северная Корея, безусловно, именно морская страна. Елена Януш, вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура», рассказывала нам минувшим летом, что КНДР демонстрирует просто прорывные результаты по выращиванию моллюсков и беспозвоночных. При том, что со статистикой все сложно, но известно, что в 2014 году Северная Корея вырастила на морских фермах 953 тысячи тонн морских деликатесов. Для сравнения, Приморский край пока с трудом добрался до 10 тысяч тонн. Но вот деликатесных ресторанах в сифуд-стиле в Пхеньяне и Вансане мы пока не увидели. Возможно, что кулинарный туризм – это следующий этап туристической программы Трудовой партии Кореи. Однако общеизвестно, что китайские города, которые стоят на границе с КНДР, являются крупными поставщиками морепродуктов в Пекин и Шанхай. А морского берега у них нет ни метра. Так что делайте выводы сами. С побережья Восточного моря перемещаемся в центр корейского полуострова, город Пхеньян. Корейцы всегда славились своими рыбаками, мореходами, ныряльщицами за морепродуктами, морскими фермерами. Но вот история военно-морского флота Кореи начинается только в 20 веке. И самая яркая и загадочная страница этой истории – инцидент Пуэбло. В январе 1968 года на границе территориальных вод КНДР появился американский корабль «Пуэбло», который не был вооружен, был замаскирован под океанографическое судно, но выполнял засекреченную разведывательную миссию. Настолько засекреченную, что у него не было даже группы прикрытия. Корейцам странный корабль не понравился, тем более, что они были уверены, что «Пуэбло» вторгся в их территориальные воды. И не понравился он им настолько, что малый противолодочный корабль ВМФ КНДР устроил обстрел нежелавшего остановиться судна, причем на реальное поражение. Один американский моряк был убит, 9 ранено. Словом, корабль был захвачен, год команда находилась в лагере для военнопленных, потом в обмен на официальные извинения правительства США моряков северокорейские власти передали в демилитаризованной зоне пункта Пхан-Мунджом, и они вернулись в Штаты.
Корабль же корейцы не отдали. И загадочность этой истории еще и в том, что Пуэбло так и не был исключен из состава ВМФ США. Поэтому этот корабль по сей день является единственным кораблем американских ВМФ, находящимся в плену у другого государства. До 1999 года он стоял в порту Вонсан, а потом его переместили в Пхеньян и создали музей аттракцион. Говорят, за эти годы там побывал уже 1 000 000 посетителей, и корейцев, и иностранцев. Мы, к сожалению, на борт не попали. Было раннее утро, музей еще был закрыт, а днем мы уже возвращались во Владивосток. Ну что ж, будет повод вернуться. В такой идеологизированной стране, как Северная Корея, без разговоров о политике никак. Тем более, эта политика сложная, с угрозами и тревогами для всех близлежащих стран. И в первую очередь для нас с вами, когда по морю до ядерного полигона КНДР рукой подать. Но что-то неуловимо меняется. Уже когда мы вернулись из командировки в Пхеньян-Вонсан, пленум ЦК Трудовой партии Кореи объявил о прекращении ядерной и ракетной программы. Готовятся первые для нынешних руководителей двух корейских государств переговоры на высшем уровне, причем будут они проходить тет-а-тет, без наблюдателей и советчиков из других стран. О вариантах развития межкорейского саммита мы говорили и с чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР. И здесь морская тема тоже может, оказывается, сыграть нужную объединяющую роль. Но все же... Они могут найти какие-то варианты. В частности, мы предлагаем нашим коллегам, южнокорейским коллегам и северокорейским коллегам, рассмотреть возможность подключения к Раджинскому проекту. Раджинский проект санкциями не запрещен. И поэтому, если южнокорейские компании вдруг примут решение о том, чтобы уголь из России через Раджин шел не только в Китай, но и в Южную Корею, от этого выиграли бы все. И корейцы южные на транспорте серьезно бы сэкономили, и порт Раджин был бы загружен, и наши поставщики бы смогли получить хорошее плечо. Вот. Это одно из направлений, которое мы подсказываем нашим друзьям и рассчитываем, что они к нам прислушиваются. Прислушиваться вообще полезно в современном мире, и присматриваться тоже. Пхеньян при всех тех глупостях и небылицах, которые распространяются о Северной Корее в мире, выглядит вполне себе современным и даже респектабельным городом. Но традиции, которые принято чтить у восточных народов, сохраняются в равенстве с освоением компьютерных или ядерных технологий. И рядом с электронным светофором стоит эта девушка-регулировщица как символ и достопримечательность кимовского Пхеньяна. Кимовская Корея – морская, туристическая, торгующая с соседями, гостеприимная и безопасная. Станет ли она такой? Вряд ли кто на планете сегодня может дать ответ на этот вопрос. Но то, что надежда на это есть, это точно.